Приветствую вас, мои дорогие! Мы сегодня с вами нарисуем цветок кактус. Называется он нота кактус. И по традиции, как всегда, мы с вами разделим листочек на равные части. Пополам, сверху вниз. По горизонтали и по вертикали разделите. Я вот пунктирной линией это делаю, и вы тоже. Очень тоненькие линии, не забывайте об этом, чтобы вам проще было их стирать. Теперь вот здесь у нас тоже, в принципе, считаем так, что у нас тут есть разделенные линии. На части мы делим, да, что внизу и что вверху. У нас такой гигант-кактус здесь, в таком красивом горшке. Ну что, нижнюю часть, вот вы видите, занимает еще островок такой земли. Вот так провели линию. Прям произвольно сейчас с вами работаем. Ничего не боимся. Прям рисуем смело. Теперь нарисуем, что? Вот этот наш горшочек. Давайте-ка мы его выполним. Как мы его будем рисовать? Раз линия, два линия. Внизу соединяем. Оп! И верхняя часть у нас какая? Вот такая же тоже. Оп, линия. Вот такие палочки. И еще раз. Вот и готово. Смотрите. Раз линия, два линия. Внизу. Оп, соединяем. И здесь тоже. Еще раз повторю. Вот мы выполнили произвольно с вами наш горшочек. И все находится вот в этой части, да, в нижней части. А теперь вот этот самый большой центральный кактус. Он у нас выходит за пределы этой линии и занимает все место в нашем таком красивом горшочке. Вот такой большой кактус. Вот как. Вот, вот такой шарик. Смотрите, у него есть полосочки. Как мы это будем делать? Да легко и просто. Проще не бывает. Вот это сейчас мы убираем, мои дорогие. Внутри все убираем. Вот у нас получился вот такой вот вариант горшочка и центрального кактуса. Что мы делаем? Смотрите, мы как арбуз рисуем вот такие полосочки ему. Вот как. А потом вы будете вот эти штучки рисовать чем? Как вы думаете? Правильно, красками, фломастерами, пастелью. Это на ваше усмотрение. Чем больше их, тем лучше. Вот, мы выполнили. Молодцы. У нас горшочек оформлен горошком. Вот если хотите, делайте горошек. Я лично сделаю вот такой цветочек. Вот. А вокруг я сделаю сердечки. Вот такие. Вот такая красота. Оп, оп. Ну и можно еще выступающие вот такие кружочки нарисовать. Вот так. Пусть останется так. Здесь я ничего добавлять не буду. А может и добавлю. Ну, например, могу вот такую волнистую линию добавить. Вот. Вот какая красота. Теперь нам нужно еще добавить вот этот верхний маленький отросточек, вот этот и цветочки. Смотрите, что мы делаем. Вот в этом прямоугольнике, вот в этом, у нас есть еще один такой отросток. О, вот такой круг. Он вырос тут. А в этом прямоугольнике есть еще вот у нас круг. Мы его прям вот сюда вот так вот и посадим. Вот. Ну, и то, что мы рисовали, нужно внутри убрать. Посмотрите. Вот так вот. Убираем внутри. Вот, готов. Теперь точно так же наш кактус разделим вот на такие части. Вот как. Прекрасно. И тоже сделаем вот такие колючки ему. Вот такая красота. О,
как мы выполнили с вами. Молодцы! Вот этот цветочек, смотрите, как мы его будем делать. Посередине. Вот такие лепестки. Полукруг, 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 полукруг. И внутри можно добавлять. И сюда, и сюда. Вот прям большой-большой. Вот и получился у нас цветочек. А теперь вот такой цветочек, он как бы раскрытый. Как мы его сделаем? Смотрите. Нарисуем кружок вот здесь. И пойдем вот такие лепестки делать. И прям на наш кактус и заходим. Смотрите, я особенно тут красоту не навожу. Но цветочек получается красивый. Вот как. Вот он у нас раскрытый цветок получился. Такие треугольнички, да, мы рисуем. Закругленные. Вот. Мы много раз рисовали такого плана цветочки. Кто не видел, посмотрите предыдущие ролики, поинтересуйтесь. И нарисуйте вот такой цветок. Ну что, теперь вот здесь мы тоже делим его на такие красивые полосочки. Вот и выполнили мы наш кактус. Теперь, мои хорошие, вот тут вот убираем. Вот здесь вы видите один фон, да, с какими-то там еще на дальнем плане кустарниками. Здесь мы можем этого не делать. Мы можем здесь, видите, я даже рисунок поменяла. Разукрасьте так, как вам нравится. Горшочек, плоскость. Может быть, это стол круглый выглядывает. Может быть, это просто земля. Может быть, у вас вокруг небо. А может быть, и какой-то другой фон у вас будет. Вы фантазируйте. Единственное, что цветочки у нас розовые, а кактус зеленый. И вот когда вы сделаете его нежно-зелененьким, у вас он высохнет, вы нарисуете вот такие тоненькие полосочки, которые вы указывали. И темно-зеленым цветом нарисуете еще и вот эти маленькие-маленькие колючки. Везде, на всех этих кактусах. Отростках. А вот цветочки тоже вы выполняете розовыми и делаете желтые серединки. После того, когда у вас все высохнет, вы немножечко добавляете бордового цвета. Вот и все. Я желаю вам удачи. Надеюсь, что вам все было несложно, все понятно. Попробуйте с цветом поработать самостоятельно. Всего хорошего, до скорых встреч. Всегда ваша Ирина Михайловна. До свидания.